Вот, я собралась уже, как видите, вроде уже похоже более-менее на достойного человека. Кератин. Где фокус? Здесь вон каемочка из кудряшек. Вон. Вот, и просто не стоят. Вот, они нет. И, конечно же, все тоже вот. Пошло. Поехало. Тут скоро придется идти на кератин. Такие хорошенькие волосики у меня. Сейчас я прибегу на танцы через полчаса, даже на час уже выйду. Потом у меня фортепиано в закалке. И самое главное, сюрприз в конце, после музыкалки. Вы 100% догадаетесь, что это. Это просто must have. Такой люкс, люкс. Что вот, ну все, поехали. Такая вот погода супер, на сегодня светит солнышко. Я и тут довольно слушаю подкаст один. Ссылочку, думаю, вам оставлю в описании, потому что как он называется, я уже не помню, но был очень интересный. Вот такой у нас белый снег. Опля. У меня оставалось немного времени до танцев, так что я чилила и вообще спокойно никуда не торопилась. Но потом день пошел немножко по заднему месту. Так что иду пока на танцы. Блин, это был небольшой спойлер. Ну ладно. Вот. Что же будет? Проверим сегодня. Мы, кстати, сняли фильм. Скинь меня, я хочу. Покажу фильм. Вот еще, ну вот.
Хотелось кофема. Все, давай. Валера плюс. Валера плюс. Наши пять воинов, пять героев идут. Идем на войну. Блин, пожалуйста, никогда не слушайте наше рассуждение во время того, как мы идем на танцы. И когда все мы вместе. Просто пропускайте там мышей. Плиз. У нас всего пять. Что нам делать еще сегодня? Вика Сосулина. Шампиньоны. О, у нас сегодня трактор под окном ездит. Это вообще это must have. Я потом найду, где она упала. Здесь, как видите, мы уже прошли на занятия. Ну, как бы мы еще репрессируем, так что мы немножко здесь побалуемся. Что же у нас? Шло в жопе не уходит. Я как видите по эмоциям на моем лице, и я очень рада. Так, короче, сейчас и будет тема йога в пятером. Йоу, мы закончили. Вика, как ваши эмоции? Начало, конечно, было такое хардовое, хард. Но потом сидели сильно испугаты. Ну, это чил. 50-50, короче, сегодня хард. Так что выиграли и Ксюша, и Вика. Она мне еще банк поставила. Ничего себе поставила. Берешь банку несколько раз. Теперь я бегу на фортепиано. Yes. Это наш русский фильм. Это просто легендар. Legend. Все, мы закончили, и мы... Это просто шок-контент. Я еду в автобусе домой. Ну, понимаешь, да, что начало уже хорошее. Что еду домой. У меня дома никого нету. Я вспоминаю, что у меня вообще ключи-то есть. Звоню ее сестре, значит, она просто не берет трубку. Типа, она с вами поговорила такая... Ну сейчас, перезвоню. Значит, все, отключается. Она вообще не берет трубку. У нее ключи есть, все есть. Она просто не берет трубку, как будто она зло. Я думаю, ну не как будто она зло. Я думаю, зашибись. А у меня сейчас через 40 минут фортепиано. У меня нет ни нот, ничего. А потом у меня вообще тем более вон чартер дамы. Я просто в шоке, нет слов. Честно, я просто в шоке. Время 40 минут.
Так, чисто для справки, у меня фортепиано в 4:40. А время было уже 4:40. А я только приехала. Сори, я даже не успела разыграться. Я все-таки заехала в дом, меня доехали, мне передали ключи, мне папа привез. Вот они, легендарные ключи. Я не игравшая, не страшная, не жравшая, бегу на фортепиано. Мне кажется, просто так вот делал, у меня так вот. Что я не играла неделю. Да, если что, только. Я просто в шоке, время 5:40, у меня как бы 7 уже то, что мне надо. Я, ладно, вам скажу, у меня сейчас Тодос еще. 7 часов мы идем на концерт Тодоса. Я только закончила в 5:40, мне надо сейчас доехать до дома, собраться, и как бы уже в 6 я должна была как бы уже выходить в Тодос. Я просто в шоке. Я еще просто выключаю турборежим. И лечу домой собираться. Я даже не знаю, где мои колготки. Я хотела одеть что-нибудь красивенькое. Видимо, я пойду так и не накрашенная. Да. Как-то так. Похибить. Надеюсь, что это мой автобус. Надеюсь, что это мой. Потому что... я нереально тороплюсь домой. Я договорилась с Тессой, что мы встретимся с ней в 6:30. За полчаса до начала. Но что-то я очень сильно сомневаюсь. О, автобус едет. Моя шубра сегодня просто на высоте. Где плойка-то? Я бегу, ребят. Время 6:25. Мы договорились полчаса быть уже на месте. Вы думаете, я успею? Я думаю, нет. Я за это время успела поменять 3 раза свой наряд. И в итоге просто в снах, потому что думаю, черт, какая юбка с капроновыми колготками в минус 10. В итоге я иду в штанах. И там полосатых кофточки. Ну, короче, сегодня я бы просто никому не решила не надеваться, не наряжаться. Даже... что такое случилось? Все, я бегу просто, я просто несусь. Спасибо за подсветку. Заказала себе кофе, это который я дала пить, лесной орех, потому что я только его в этих томатах, и все. Сейчас буду пить. Мы закончили с Аленочкой, вон только я проводила. Вот, мы здесь были. Ну, в общем, все, нам понравилось вроде. Говорит, стоит как почка. Вообще, почка. Нормально, сойдет. Просто посмотреть, развлечься было нормально. Конечно, очень громко. Ну, это нормально, я думаю. Все, теперь я еду домой. Спать. Меня сейчас мама отправила за... булками, ну, за хлебным, короче, делом. Я иду за хлебным делом. Тазик. Если вы сделали заказ в самокате, ведь мы привезем ваши любимые продукты.
и товары для дома быстрее всех. Согласно исследованию Data Insights февраля 22 года. Даймонд. Уникальное предложение на новые колеса. На ваши любимые украшения. Адреса магазина smartcasino.ru. Озеравлюсь 20 килограмм. По 2 апреля 2022 года. Пару дозеров. Да чтоб тебя! Ой, Тася спит, у меня Тася спит.